всем известен мысленный эксперимент товарища Шрёдингера с его котом. Напомню, кот заперт в ящике с капсулой яда. Если капсула сработает, кот будет мертв. Если капсула не сработает, кот будет жив. И пока кто-то не откроет ящик и не убедится, жив кот или мертв, кот находится в состоянии суперпозиции. То есть он и жив, и мертв одновременно. На мой взгляд, здесь есть ошибка. Почему? Потому что кот – это живой объект. И, скажем так, вот наблюдатель, да, он не знает, пока он не открыл ящик, живой кот или мертвый. Почему? Потому что у него нет данных. Но сам кот прекрасно знает, живой он или мертвый. И он не находится все время в состоянии суперпозиции и живой, и мертвый. Почему? Потому что живой объект может иметь только одно какое-то состояние. То есть, например, даже если капсула с ядом сработает, предположим, кота посадили в 2 часа дня в ящик, в 3 часа дня капсула сработала, в 4 часа дня достаем, значит, труп. Вот. Суть в чем? У кота все равно было только одно состояние, то есть до 3 часов дня он был в состоянии живом, а после 3 часов он был в состоянии мертвым. Он не был в состоянии все живой и мертвый. То есть на одном временном отрезке у его тела было одно состояние, потом произошла смена состояния, и на другом временном отрезке у него было другое состояние. Но в любом случае у его тела было только одно состояние всегда. Оно просто в какой-то момент поменялось. А суперпозиция утверждает, что кот одновременно и жив, и мертв. Ну вот теперь представьте, что какой-то человек, да, до четверга был живой, а в пятницу он взял и умер. Мы же не скажем, что он в течение недели, да, был в состоянии суперпозиции и живой, и мертвый. Нет, у его организма всегда было одно состояние. Просто в какой-то момент оно стало живое, а в какой-то момент стало мертвое. Но все равно оно было только одно. Суперпозиции не было. И предположим, капсула с ядом не сработала, мы достаем кота. И когда мы достали живого кота, мы же не скажем, что мы его вытащили из состояния суперпозиции, что он в какой-то момент был там и живой, и мертвый. Значит, кот когда-то был мертвый, да, вот в этом ящике. Но нет, он все время был живой. Живой объект может иметь только одно состояние. И, например, как пример, да, вот абсурда, да, могу привести. Может ли быть женщина чуточку беременной? Живой организм в состоянии суперпозиции, чуточку беременна? Нет. Знания женщины о себе могут быть в состоянии суперпозиции. Она может подозревать и не подозревать беременность. Но организм женщины, как ящик Шрёдингера, он четко знает, беременна он или нет. У него нет состояния суперпозиции, потому что это живой организм. А у женщины знания находятся в состоянии суперпозиции, точно так же, как у наблюдателя за ящиком Шрёдингера. Потому что это у наблюдателя вопрос, жив кот или мертв. Это его мысли находятся в состоянии суперпозиции. А сам кот, как организм беременной женщины, он четко знает, живой он или мертвый. Потому что суперпозиции для живого объекта не существует.